Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad SE. Сейчас я покажу вам, как войти, точнее, как открыть настройки разработчика на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел о планшетном ПК. И здесь мы нажимаем на версию Harmony OS несколько раз, и нам пишут, что мы стали разработчиком. Теперь открываем раздел системы обновления и видим, здесь появляется раздел для разработчиков. Заходим в него, и вы можете тут ознакомиться с настройками данного раздела. А если захотите его отключить, то убираете галочку вот отсюда. И раздел исчезает. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.